Ежегодно в КФУ проходит спартакиада здоровья, которая проводится среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников КФУ и направлена на пропаганду здорового образа жизни в университете. Спартакиада включает в себя 9 спортивных дисциплин и проходит с 14 января по 9 февраля. Так, в воскресенье 15 января в спортивном комплексе Института управления экономики и финансов состоялся турнир по бадминтону среди 12 команд университета. Данный вид спорта, бадминтон, он у нас ежегодно, то есть является одним из самых популярных среди сотрудников университета. Поэтому с удовольствием профессорский состав и сотрудники нашего университета принимают участие в данном виде. Я уже года 3 занимаюсь бадминтоном и стараюсь во всех возможных видах спорта, даже кроме бадминтона, поддерживать свой институт, как будто бы, да, свой лицей, и мы активно участвуем в спартакиаде сотрудников университета. Это очень интересно и в плане командного духа, и в плане соревнований с другими институтами. Вообще, это очень круто, что такие вещи проводятся, и мы всячески поддерживаем это. Главный накал страстей стоял во время игры Набережно-Челнинского института КФУ и общеуниверситетской кафедры физического воспитания и спорта, которые боролись за первое и второе место. По итогам ожесточенной борьбы золото забрали спортсмены из Набережно-Челнинского института КФУ. Следующими видами спорта, по которому будут разыгрываться медали, станет плавание и шахматы. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.